Всем привет! Наше путешествие продолжается. Сейчас нахожусь в областном центре, в городе Гомеле. Приехали мужу делать очки. Приехали к офтальмологу. Были уже у доктора. Наши очки делаются, но мы пришли на рынок посмотреть, что здесь продают. Возможно, что-нибудь купить. Сейчас, что получится, то вам засниму. Такие у нас цены на овощи. Кому интересно, остановите видео. Идем, девочка. Рубль 8. Нет, подходите. Подходите, рубль 8. Идем. Продают арбузы, дыни, все, что хочешь. Черешня по 12 рублей, нектарин 8 рублей, персик, абрикос 6 рублей, персики по 8. Черешня здесь 12 рублей. Ходим, гуляем по городу. Были на рынке. Идем в оптику. Позвонили. Наши очки готовы уже. Сейчас заберем. Приходится ездить за больше, чем за 100 километров от дома, чтобы сделать очки. Так как в нашем городке ничего практически нет. Только продуктовые магазины. И в районном центре тоже очки можно сделать, но так, чтобы по-быстрому пройти доктора и сразу сделать очки, такого нет. Вот такой здесь торговый центр. Муж пошел забирать очки, а я запыхалась, не пойду. Там нужно подниматься на второй этаж. А я уже не могу. Такая жара у нас сегодня, наверное, градусов 35. Это ужас. Запыхалась. Вот такой вот торговый центр. И здесь есть оптика. И сразу принимает доктор, и можно сразу сделать очки. Вот так уже второй день мы гуляем. Путешествуем с одного города в другой. Пока муж в отпуске, надо сделать ему очки. У него плохое зрение стало. Ну, а здесь сразу проверил зрение и сразу выписали очки ему.